снова встретили этого копа из самого начала игры, который явно будет финальным боссом. Дрались с ним чуть-чуть. Бедную Джейн заразили. Или Джуди, или... Дилан. Я не помню, как ее зовут. Нет, даже пушки не забрали. Хей. Тупые роботы. Дэнни ее зовут. Я помнил, что на букву Д. Да в Рунтере показали Райза. Лишки. У нас тут в Геншине кучу карт показали клёвых. А, это доктор жива еще. Здорово, Тостер, приветика. Как твой забег на легкие? Я думаю, на изичах, наверное, их вынес. Со своими пятью камнями. С дотами. Я слышу там зомби, но обратно не пойду. Где он появился? Да в Рунтере будет. Ой, long time no see. Fucking ларва. Опять магазин. Они издеваются? Что? Принтер продай. А, ну да. Я забыл. Я думаю, зачем они пихают магазин, если у меня ничего нету. Или кое-что есть, но... Ну, такое, типа... Урон автомата бы... С другой стороны, я нихера не получаю патрон для автомата. Спасибо. Не обязательно его убивать. С двумя камнями, кстати, один из которых он срезистил. Но там, короче, разбойник каждый ход получал крит на халяву. Ничего себе, это откуда у тебя? Крит на халяву. Можешь делать так, чтобы он нас не увидел, короче. Нет, он защищает эту штуку. Чем мне его дамажить? Здесь же литерали ничего нету.
больше одного удара делать нельзя. Он делает мгновенные атаки после этого. Рассинхрон звука и картинки бывает, да, на Твиче. Тебе надо просто... UGC Printing. Have a united day. Просто надо обновить страничку. Ну ладно, здесь дают возможность патроны купить. Вот тут вот сейф нормальный. Но... Хотя он все равно был после магазина, мне кажется, сейф. Мне кажется, надо патроны для скунса просто крафтить, самый топ. Интересно, а поскольку он по 10 штук крафтит? Не, наверное, по... Представьте, он крафтит по 2. Highest quality. По 2 и крафтит. Какой кал, боже мой. Ну дайте-то выбрать, сколько патронов скрафтить. Ну в смысле? Нельзя, просто его нельзя бить в мили. Может быть, ему можно в спину заходить. Может быть, его можно притягивать, и тогда он хотя бы микростанется будет при помощи перчаток. Что это за босс, которого не убить нужным количеством патронов, но тебе не дают патронов в локации? Чего вообще? Просто что? Типа... А? Две ноги в одной. Ой, это мы не первый. Мы один из самых первых монстров, которого мы увидели, тоже такой же был. UGC Printing for all your needs. Roll Uranus. Накупай патроны на полицейскую дробь. Наверное, да. Но... Что спамишь часто? Милишку? Так он не делает больше одной атаки, можно бесконечно уклоняться. Он же так и будет уклоняться, и уклоняться, и уклоняться. Стрельба тут при чем? Патроны для бесполезного пистолета. При чем тут стрельба? Не, может здесь где-то есть патроны, может быть я их не увидел. Нет, нету ни одной коробки. Что, стоит проходить за лупняк лагучий? Нет, не стоит. А, сейчас он меня убил, потому что я уклонялся в одну и ту же сторону. Чел, мне типа было лень, я просто хотел от тебя отойти, ты же понимаешь, да? Я просто хотел отойти. А можно сейвить меня после того, как я в магазине патроны купил, пожалуйста? Какой же кал. Cycle complete. In progress.
последнюю роль, это Секира, не помню. Двадцать патронов на штурмовуху, оказывается, крафтится разово. Вот что надо было крафтить. Патроны на штурмовуху. И урона она чуть не наносила, судя по всему. А, да, вот это я зря стрелял сейчас. Воняется счет. Да ты можешь побежать, пожалуйста. Спасибо. Мне еще пушку просто менять. Все, самый сильный и прокачанный у меня дробовик. Полицейской дроби тебе бы выстрелов 8 понадобилось. В смысле? У меня было где-то 13 их. Расстрелял обойму винтовки и сделал после пару выстрелов. Ну ладно. Для одной фазы. Ну да, ну может быть. Но зато быстро расстрелял обойму, удобно. Попал себя пополам, за счет этого пережил еще один хп-бар, да. Стоп, а я с него что-нибудь забрал? Ну да, как обычно, принтер забрал и ничего не... Еще принтер. Да, под конец нормально их насыпает. Я же могу вернуться и... Могу. Но покупать патроны не буду, мне просто лень. Я лучше улучшу, не знаю, милишку. Че там голову после завершения комбо, блин, чуть-чуть не хватает. 2700, давай. Сложность максимальная, конечно. Быстро стрелял с винтовки, выходит, в итоге удобнее дропить. Не вся может попасть. Да, дробь хреново попадает, а винтовка норм прям. Мне тоже понравилось. Да боже, иди нахер, чел. Неинтересно. А вообще я помню его, этот диалог. Доктор... А, чего? Да в смысле? Как он так быстро пролез? Я видел, что там зомби залез. Это, наверное, он и был. Сейчас опять... Брать предмет, продавать предмет.
Покупать улучшение. Короче, я ничего не буду покупать. Не лень. Еще хил поюзу. После крафта засейвиться здесь нельзя. Нельзя это сделать. Здесь здесь только автоматические сейвы. Ой, да, конечно. То есть, даже зная, что ты там вылезешь. Короче, нельзя сейвиться после крафта. Ты все равно будешь загружаться на последний автосейв. Только так. Блин, туда перепрыгнуть нельзя. Надеюсь, на лут. Сейчас одну пушку не парится, да, на самом деле. Имеет важное значение для заново запущенной исследовательской программы, нацеленной на создание нулевого пациента. И штука, от которой никак не уклониться. Ради скримеров. Там сбоку был еще один, да? Да, сбоку был еще один, пока я дрался с этим. Он меня убил одной тычкой. Можно успеть выстрелить в нее в момент прыжка. У меня даже у меня прицел еле успел появиться. Невозможно в нее выстрелить. Перчатку заюзать. Ну, сейчас я попытался перчатку, потому что подумал, что так выгоднее, как минимум. Мне нравится, как игра, короче, в изобилии дает тебе миллионы ресурсов на протяжении всей игры, что ты не знаешь, куда их девать, кроме магазина. А потом внезапно ресурсы заканчиваются. Ну, как минимум из-за того, что несколько раз подряд вылезает один и тот же босс. И ты такой, типа, страдай без ресов. Клёво, спасибо. Let's go.
ты этот тоже превратился. Я не знаю, от кого из них мне уклоняться. Видимо, ни от кого. О, боже мой. Попытка номер три. Прицел даже не успел появиться в этот раз. То есть мы без прицела стреляли. Что за кринж? Для полицейского дробовика. Хорошо. Это хорошие боеприпасы. Как будто она все равно успела напрыгнуть. Хочу идти обратно к принтеру и крафтить патроны. Это кринж. Ощущение, будто она уже напрыгнула, почти от взгляда разлетелась. Это так странно. Потому что я говорю, не должен успевать в нее стрелять. Ну то есть, или она должна гораздо медленнее прыгать. Очень странно сделано просто-напросто. У меня есть автоматные патроны PogChamp. Слово, вот это дико странное место. Тебе типа тебе в миле вылезает зомби, от которого тебе надо уклоняться либо влево. То есть тебе надо от него уклоняться либо влево, либо вправо. В смысле, а где? Он перезарядиться не успел. Мы посмотрим новую анимацию смерти. Круто. То есть ты можешь уклоняться влево-вправо, назад, делает практически ничего. Дает бесполезный блок, от которого ты все равно получаешь урон. Но при этом в тебе ползут взрыватели. И тебе надо либо получать урон от зомби и пытаться стрелять по взрывателям, либо... Короче, отвратительный механ с боевкой, я вот что хочу сказать. Все дело в боевке. То есть ты как бы концентрируешься на мобе, и из-за уклонений стоишь на месте. Ты не можешь отойти, у тебя нету кнопки доджа. Ты можешь выйти из битвы, вот как сейчас. Я понятия не имею, что происходит справа. Убил я этого зомби или не убил? Забавно, что они решили придумать двухкнопочную систему боя, но... Работает она очень-очень плохо. Что надо делать? Надо делать вот так вот. Ага. В
смысле я опять не перезарядился? Это опять была смена анимации в... Смена пушки или что-то типа того. Попробуй максимально спулить в конце и баллоном взорвать. Да, это и был мой план. Сейчас я постараюсь вначале не тратить баллон на вот этого чела, который вылезет. Еще инъекции, ничего себе. О, патроны для юзлес пистолета, клево. Дальше пулим этих двоих и делаем им бубо. Большой взрывной бубо. Уебубо. Ну все по тактике, красота. А можно мне нормальный пистолет? Вот этот мне нельзя. Ладно. You're getting closer, говорит. А вы хилку поюзаю, так и быть. Что он не встанет позже. А я уже думал, он превратится, все. Кажется, это ошибка, да? Поднимать хилку, пока слышишь монстра. Ага. Энергия захвата ограничена? Ограничена, да. Вон синие полоски над хпшкой. О, шипы. Ура. Наконец-то. Тут в каком-то морге шипы появились. Чтобы просто выстрелил, ну ладно. Блок на перчатку. А, стоп, а в смысле? Ну, типа не сюда, мне вот сюда. Да, твою ж. Они быстрее, чем ГГшка бегают. Не очень пытаются убегать от зомбарей. Есть открытые локи, как в резике. Нет, все туннельное. Не можешь возвращаться, ты не можешь. Фак.
Да, 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 вот уж зомби немножко ожидал на самом деле. Ладно. Ну как он мог превратиться? Как? Превратился так, как будто я в него не стрелял в этот момент по пузу. Легкая сложность, конечно, легкая. Я же все игры на легком прохожу. Ну решил, что ты не попал. Там сделаешь действительно. Может, ты встанешь. Я здесь, кстати, всех разбил ногами. Неужели ты из этих игражуров? Чё ты так страдаешь? Да я говорю, они абсолютно отвратительные. Этот сделали. Бля, какой красавчик. Видели эту позу? У них с балансом что-то не так. Они вначале дают миллион ресурсов, а потом дают монстра, на которого надо тратить кучу патронов, и перестают давать ресурсы с этого момента. То есть они просто не... Ну, их мало. Их очень мало. Вначале они дают такой переизбыток, который тебе приходится искать магазин. Но при этом наоборот дают магазины на каждом шагу. Чтобы хер знает, что с ним делать. А еще патроны крафтятся настолько медленно, что никогда в магазине не хочешь крафтить патроны. Потому что нельзя выбрать количество патронов, которые ты хочешь скрафтить. Этих мы давно не видели. Так, предохранитель я нашел. Еще я нашел шипы. Я нашел локу, в которую можно сходить и полутаться. Я не очень горю желанием это делать. Но поскольку мне нужны... А, вон лока. Мне нужны сейчас ресы. Я зайду в сайдовую локацию. Просто всегда хочешь два патрона, даже если не знаешь об этом. А, это не сайдовая, это просто выход. Еще зомбаки появятся. Ну нет. Ей. Пустые шкафчики. У тебя соратница помирает, а ты ходишь, лутаешься. О нет, как же я. Как же так? Я как бы хочу скрафтить патроны, но в то же время... Ну... Я хочу вкачать вероятность удара по голове после завершения комбо. Потому что я могу. Милюшка — это наше все. Кроме босса, которого нельзя бить милюшкой. Хотя игра полностью построена на милюшке.
воришки. Ей. Ну я с чатиком был там, да? Еще в этом. Я не ее хотел увидеть. Блин, ну лута, видимо, здесь не будет, да? Не, лута здесь не будет. Действительно, слишком халявный сундук, чтобы быть правдой. Просадки. Ну, сейф. И мы знаем, где мы воскреснем после следующей смерти. Это шипы? Это шипы. Нет, это не шипы, вот. Штука. Вместо шипов. В смысле, а где лут? Вот шипы, кстати. Почему я убил? А, потому что я только что уклонился от атаки маленького зомби, и он посчитал, что типа ты уже уклонялся влево, теперь тебе надо уклоняться только вправо. Руку юзнуть можно, кстати. Умерли. Так, я же что-то поднял. Там что-то лежало. Полицейского дробовика, спасибо. Нам это нужно. Сомневаюсь, что его каким-то образом можно толкнуть на шипы, да? Ух ты, ёж. Ну, ваншотик, да? Нет? А, вот эти подбежали. Ай! Хорошо, что у нас получилось. А, охренеть, в этой локе. ТПСа просто не существует. В общем, я что говорю? Хорошо, что на самом деле... Штука взорвалась, прибежала прям в нас. Я в целом доволен. Еще зомби? Мне же не кажется. Я так и знал, что он в спину ударит. Типа... Типа это было очевидно. Там есть на полу светящиеся взрывные баллоны, а ты думаешь, что я только что пытался притянуть за километры? Красный взрывной баллон.
Ну, поворачиваешься, они... Да, они, по-моему, не должны так быстро бежать. Очень странно. А, в смысле, он развернулся, пошел, потолкал баллон и... Что? Я специально... Чего вас ждал, чтобы этот мелкий, который на земле, подбежал? Мы взорвали его, чтобы продамажить моба. Потому что ресурсы для нанесения урона у меня ограничены. Но он просто взял и развернулся. Босса, бегай, бегай, да? И где эта тварь? Которая взрывается. Напольная. Ползет, нет? Я где вообще? Что, как я тут застрял? О, боже мой. Да беги ты, ну пожалуйста, ну беги, ну. Что ж ты не можешь бежать-то? У меня есть 10 патронов от этой пушки. Это на самом деле, кстати, сильно. Стоп. Она перезре... А, да, он не перезарядится, потому что перед тем, как... перезарядиться... Ему нужно поменять пушку. Если он сейчас не упадет, то все, у меня закончились патроны. А еще он меня сейчас убьет в спину, потому что он не может бежать, он просто не может включить бег. Что? The fuck? Пипара патрон. Да не буду я патроны покупать. Нет, не хочу. В смысле он пропал?
О, вот откуда моб вылезает. Я не знал. Слишком много выстрелов. Говно. Все это в 30 FPS на средней графике. Ту-ру-ду-ду-дум. Где же нет ресурсов? Нету. Здесь нет ресурсов. Нету. Кстати, две хилки есть. Не значит, что босс меня не ваншотнет. Куда он пропал? Он в землю. Если я сейчас сдохну от этого. От вентилятора бы сдох. Я бы, в принципе, не удивился. Здорово, Вадим. А, да, он опять же только пушку поменял, хотя выглядело это как анимация перезарядки. Достать, наверное. Ну, все. Типа я наступил на говно, я поэтому бежать не могу или что? Типа вот на вот эту вот херню. Погнали патроны искать. Тут сейчас зомби вылезет. Блок аккумуляторный. О, какой кал. Подруга, привет. Ты как, прошла игру? Вроде сегодня третий стрим был. Да. А, просто. О, хилка, да. Нам мне патроны нужны были вообще, да. Ура, она не застряла в земле. Ого. Ну пока мы будем его убивать, к нам прибежит и этот чел. Ова.
Слушайте, может на него теперь патронов хватит? В принципе, вполне может. За счет того, что наконец-то баллон с газом не застрял в земле. Ура! Разнообразие мобов и их атак просто 10 из 10. Вся боевка еще с самого начала восхитительно. Еще этот говнопистолет просто шикарен. Все, у меня не осталось больше патронов. Ой, я не могу бежать. Почему я не могу бежать, я не знаю. Я не могу. Я могу бежать. Ура. Баллон с газом не наносит урон тому. Так, в смысле, наносит. Ну, типа, если бы не наносили, у меня бы. Я бы ему ничего не сделал. Хилка и блок восстановления энергии. Ага. Швыряйся. Че, говном? Ну, типа, просто мусором? А мусор ему наносит урон? Потому что мусором я вообще не пользовался за все это время. У меня есть еще один патрон от винтовки. Может быть, это он? Нет, видимо, это не он. Слушай, ну давай швыряться мусором. Реально не знаю, наносит ли боссу урон мусор. Но теперь мы можем попробовать. Да, эту штуку можно поднимать? Мне как-то хватало патронов. Может, пушки более прокачанные были? Может, наоборот, менее прокачанные? Я на самом деле очень много. Я даже патроны продавал для того, чтобы покупать усиление. Но это было в начале в основном. Еще я как бы вообще не покупаю патроны. О боже мой, какой отстой. Потому что покупать их просто какая-то дичь. Я не думаю, что он получает урон от этого дерьма. О, это же коробочка с патронами. С хилкой. Да, спасибо, мне срочно нужна хилка против этого чела. Не покупал этот щит, дроп... Да. Дроп рандомный. Какой же... Я не думаю, что я наношу ему этим урон, я не знаю. Особо много вариков, да, потому что в миле это ваншот. Там еще есть один зомби, если я пойду направо, там будет зомбарь, но его мне тоже каким-то образом надо будет убить. Ну ладно, пойдем от зомби попробуем побегать. В том, что он вылезет и... И мне надо его на шипах убить.
Я так и знал, что сейчас закончится энергия. О, боже мой. Игра, ты... Серьезно? Может, к вентилятору заманить и кинуть в него что-нибудь? Нет. Ой, ладно, я пойду куплю патронов, так и быть. Но это такой идиотизм просто. Я не помню, правда, где они. По-моему, довольно далеко. А, нет, близко. То есть, у меня как бы тоже не было проблем с патронами в первые вот две трети игры, как только не начали появляться эти боссы. Понимаешь, я еще продавал патроны специально для того, чтобы прокачивать эти. Ну, ты, может, тоже это делала? Ну, то есть, я очень много патронов продавал. То есть, я прям не носил одну дополнительную обойму под каждую пушку. Я просто их продавал и продавал и продавал. Но потом начали появляться боссы, которые просто губки для урона. Я не продавал вообще, не, я продавал все патроны практически. То есть я прям бегаю там на одной запасной обойме для какого-нибудь пистолета и все. То есть нет, проблем не должно быть, если ты их копишь. А я не видел смысла их копить, потому что разрабы просто засыпали предметами. Просто у тебя миллион предметов и весь инвентарь забит. Я такой, ну буду продавать патроны, раз они их так много дают. Но потом появились эти мобы, да? Когда яйцо ногами разбил, после этого не мог бежать нормально. Да, они как будто этот замедло дают, я заметил, да. Самое смешное сейчас будет, купил патроны, да, здесь хилка. Сдохну и придется обратно за ними возвращаться. Так, зомбарь, ты будешь вылазить? Ты же здесь все вылазил. Видимо, не в этот раз. Сам. Ладно, этот пистолет не наносит урона, это мы давно знаем. А, это он же, и у меня все еще есть на него патрик. Да? Чё-то зомби не вылез. Странно, вроде должен был. А, у меня все еще есть патрон на винтовку. Я еще не все израсходовал. Боже мой, наконец-то. Сейчас от зомби отлетим. Отвратительно. Можно попробовать поднимать взрывающихся зомби и бросать их в босса. Типа... Не. Чё этот-то не вылез? Это же он, по идее, не? О, здесь ещё для дробовика есть патроны. Круто. Я даже нашел локацию с ресурсами, но это, блин, оказалась батарейка и хп. Ну, какой... Кринж. А, вот здесь еще патрошки лежали. Для штурмовухи, кстати, что клево. Но... Откуда зомби вылезал? Вылезал же откуда-то. Ну, откуда?
Ой, ладно, ладно, ладно. Сейчас смотрите, еще один магазин. Не? Удивительно. Лярва. Не, лярва слишком. Да не может быть в двух сундуках подряд лярва. А ресурсы мне можно? Ах, ну и говно. Я говорю... Ладно. Говорю, они обосрались с количеством ресов на той или иной локации. Типа, ну, в начале, ну, их было слишком много. Но у тебя был слишком маленький инвентарь. Теперь просто эти боссы, которые сжирают просто губки для урона. Просто губочки. Чё, за... Не хочу читать, что ты там, Эдвард Бейтс. Оставил в своем бесполезном дневнике. Не может быть такая предсказуемость, да. Лаборатория в тюрьме, удивительно. Дошло. Смотри, сейчас еще один двухголовый вылезет. It's only an inhibitor to slow the rate of infection. You said you could cure her. I can, with your help. Do you have to trust me? We're wasting time, and she doesn't have much. All right, fine, do whatever you need to do. Soon everything will become clear. Why don't you start by telling me about this? You saw the recordings, you know what happened on Europa? I have no idea what happened on Europa. I wasn't there when the attack happened. No, but she was. Are you sure you really want to? Yes! Do you wish? What did you do to me? Oh no, они управляют заключенными. The curse of knowledge. Или нет? Your core is linked with hers now. Or at least it will be once the sync is complete. The data won't transfer immediately, but her memories will fill in the gaps, give you the answers you seek. Okay. Just tell me how we can cure her. You can use this to synthesize an antidote, but you'll need to extract a sample from the warden's elf. This is what? The goal of this madness. His ridiculous protocol. During the original outbreak, a colonist known as Subject Zero demonstrated a unique ability to synthesize the biophage, to control it. Yeah, I heard in the recording something about bigger, stronger. The next phase of human evolution. Unfortunately, he was killed during the Arca sterilization. Now, the warden seeks to replicate the conditions of the original outbreak, hoping to recreate Subject Zero. Ну чем она ее спасать? Ну она типа бро. Чтобы сбежать вместе с ней? Но как он может это сделать? Нет способа, он может это покрыть. Он не действует один. Он часть группы. Датируя назад столетия, они пытаются контролировать прогресс человека. Она проснулась. Будь осторожен, Джейкоб. Раз синтезирован, антидот будет содержать только чистую эссенцию от его альфа. He'll want it more than anything. Sure. It's the key to all he seeks. What about you? I played my part in all of this as well. There's no escape for me. Black Iron is where I belong. It's you. Yeah. What happened? Where am I?
It doesn't matter. We got what we need. Now let's go finish this. Come on. How you feeling? Ну и теперь нулевым пациентом является тот самый ну, либо директор, либо тот чел, с которым мы уже чуть сражались. Нам придется воткнуть в него этот шприц. Или да, или нет. Написать название. Что попытаемся до финала. Устал, хочу сегодня пройти, конечно. Ура, он научился бегать снова. Мы показали начало ремейка Dead Space в YouTube на IGN, 18 минут. Старый добрый Айзек выглядит более достойно. Ремейк или ремастер? Ремастер. Достойнее, чем это. What happened back there? Last thing I remember is those robots jumping us. Mahler's helping us get the cure. And you trust him? Don't got a choice. Yeah. Лаборатории. What is all this? Светло, красиво. It's definitely not the UJC. Then who is it? Музей директора, блин, коп. Дункан Коул, Триумф Коула. То есть он свою собственную запись назвал Триумф Коула. ЧСВшник. Двери прикольные. Data transfer complete. What the hell? Dan? А? Все? А? А? О, Dan, ее воспоминания. Я понял. Вау, локация из первой заставки стала игровой. Кубик. Так. Ты хочешь ему ай-ай-ай сделать? Ищет патроны, вспоминаю их, конечно, еще. You got there. What we got here is none of our business. But come on, we got a job to do. Он знал. Sorry.
Это пипец, какая сложная игра. Здорово, Энди Кловер. Ну, я бы не сказал, что прям супер сложно. Ну, у меня есть проблемы из-за того, что я патроны не все продавал в магазин. А так? Местами. Особенно, да, с просадками FPS даже, ух. In the cargo that we transported played a part in both. I could have stopped this. But I didn't. You made the wrong choice. Now how are you gonna make it right? Типа врагов же одинаковые атаки. Уклоняйся влево-вправо. Вопрос в том, чтобы не окружили, и вопрос в том, чтобы патронов хватило добивать их. Когда у них личинки. И патронов на большого двухголового. I can take care of myself. Okay. Make him pay for what he's done. Ну, похоже на финал. Ну. Миллион из еще 100 зомбей убить, где? А, магазин. Да, я сейчас, наверное, буду патроны покупать, серьезно. Место улучшения. Типа, у меня есть... Ну да, у меня вообще ни хера нет. Причем, наверное, для автомата буду покупать. Жаль, он, ну, не супер сильно прокат... Блин, он без урона. Че, я бы вот эти покупал для однозарядного пистолета, но этих просто много. Тронут на автомат прям дофига крафтится. Last boss сейчас будет? Че, настолько? Вау. И покупает тут полно патрон. Если хватит винтовку бахнуть на урон, бля, ладно, ладно. Ладно. Да, я тоже думаю, что винтовки урон вкачает тема. То есть они выдают несколько локаций, в которых вообще нет патронов. А потом дают... Или Урасак, ты меня забайтил. На самом деле их там не будет. Ха. Подождите, Last Boss, это же этот будет чел. А, ну вообще вон коробочки есть. В любом случае же будет чел, которого в миле можно убивать, по идее. Нет, стой. В смысле? Странная лока и очень много. А, да, патронов дофига насыпали. Доброй ночи, посмотрю, конец в записи. Грубо на допиливание еще месяцев на 9. Визуально ок, звуки ок. Можно лучше. Вот геймдизайнерские вещи хромают на обе ноги. Да, да, я согласен. Очень много чего хромает. Ну и, конечно же, этот. Сейчас сохранюсь, а потом обратно пробегать весь этот путь, если сдохну. Стоп, чё? А... Думал, нам сюда. В смысле, а что? What? Бей в стекло. В смысле, это стекло? Чего? А? Ладно. Так, не... Не ответил, как тебе в целом игра, расскажи свои впечатления. Мне не понравилось.
Общие впечатления по всем фронтам занижены. Начиная от того, что FPS как лагал, так и лагает, несмотря на патч там первого дня. Потом однообразные мобы, одинаковые атаки. Очень плохая, назовем это метой, в принципе. То есть одинаковая стоимость улучшения пушек. Ля, это что за чел? А, это он в маске просто. Зомбаки просто. Ну, типа. Ну, в целом красиво. Графика мне в целом нравится, особенно если бы ее на максимуме вернуть, если бы не лагало. You and your so-called friend. You're not the innocent you claim to be. You've proven that you'll do just about anything to ensure your own survival. The survivor. The and what about you, huh? Watching people die for fun, is that your protocol? No. You are mistaken, Mr. B. The protocol isn't about death. It's about life. Our future lies out there. Our destiny. We were not built for life in space. This fragile shell holds us back. We have to evolve. We are to survive. 2060 супер не лагает, в смысле. You'll all see why. Proof that my methods are worth. 2070 лагает. Final contest to determine the true survivor. Humanity or my out. Ура, финальный босс, ура! Так с ним же можно дубиной драться. Против него даже пистолет, пушка-то не нужна. Open my eyes. Show me my purpose. Now. Все про спойлеры. Ну давай. Как же он бьет. Эй, в смысле? Иногда 3 делает, иногда 5. Видимо, у него 2 атаки, 2 типа атак. Ладно, 4 было. Лео из матрицы. Самое смешное, что ворота ультралегкие. Особенно если один на один с любым мобом драться. У него вторая голова вырастет. Я понял. Самый уникальный босс с уникальными атаками, 10 из 10. Ну-ка, дай-ка. Наверное, он будет бить правой рукой, потом бить левой рукой. А, еще и броню себе. А, да, плюется. Одна рука. Нет, он просто одной рукой делает.
Ну и, конечно же, он спавнит мобов еще, кто бы сомневался. А, и теперь можно бегать по кругу. А, ну, как мне выйти-то? Удобненько. Блин, умею бегать. Я не бил левой атакой. Я не бил, я уклонялся вправо. Через два дня новый сет ТФТ в лайве. Да, знаем, но у нас через два дня... Этот... в Геншине обнова. Оу, no, мы уклонились. Не нравится мне эта его атака. Кажется, от него придется хилочки бегать и видеть. А можно их кидать в босса? То есть все-таки можно, я просто до этого бомберов не пробовал кидать. Да, в смысле. Окей. А теперь я типа должен по голове бить, но... Ой, я забыл, что тут еще и эти бочки повсюду. Мне кажется, я не успею, да? Вообще, возможно успеть? Опять плюется. А, все, да? Ага, да, все. F. Да, я думал насчет прыжков через окна, но пока что было некогда. Попробуй плевок поймать. Звучит странно. Может быть, да? Я, в принципе, не пробовал снаряды врагов ловить. Нет. Да. Че, успею похилиться? Кстати, мы еще не видели этого убийства, но все. Поскольку теперь посмотрели красивую анимацию, теперь надо его убивать. Еще в игре ни хрена не понятно, когда ты 100% наносишь урон, когда пониженный, когда вообще не наносишь. Да, я тоже этот момент хотел обратить внимание, типа, вот что он ставит у себя на лице какой-то каркас, да, допустим. Окей. Дамажит это его по ХП или не дамажит, если я буду в него стрелять сейчас? Или только по голове надо стрелять?
Почему он, допустим, не подстанился, когда я сбил ему этот, ну, каркас, да? Это же странно. Ну, снова броню бахнулся, окей. Ну ладно, оно как бы подсвечивается, что он типа получает урон. Да. Смогу, кстати, тоже рез падает. Ты чё? Он или ещё? И рез, и там хилки вроде бы. Так, попытка хила. Ваншотнет или нет? Не, он что-то плюется. Реально одна атака. Так же, как у большого двухголового. Ура, они у него под ногами ползут. Это клево. Это удобно. Он просто упал. Ferris was weak, an imperfect vessel. But in that sample is the key to unlocking a centuries-old dream. That's not failure, Mr. Lee. It's progress. And it belongs to me. No, I don't think so. Please, this is no time for false heroics. Leave the sample and walk away. There's an escape pod up there. Uh-huh. To take you back to the life you once had. We can both have everything we want. So tell me, Mr. Lee, what do you want? I'll tell you what I want. I want my sister back, fucker! Это именно щит или он просто голограмма? But surely you know by now, I never lose. No. This time you do. No! Ну, Рома, обычно голограмма синей была. Слушай, да он еще не все из него высосал. Прибеги сюда с новым шприцом и высоси еще немножечко. Монстр вон лежит. Не развалился ни на что вроде бы. Если щит такой, нахера им эволюция? Вау, бежим! Все взрывается, тюрьма! Нет, как же жаль, мы будем по ней скучать. Она подарила нам столько прекрасных воспоминаний. Она точно бежит? Она бежит. Все, теперь будем за ней бежать. Шкафчик. Я вижу капсулы. Она всего одна. О нет, только кто-то один сможет сбежать. Все это было зазря.
Или мы будем сбегать в обнимашках? Нет. Почему ты меня бросил? Он раскаялся от того, что возил эти вакцины, или не вакцины, болезнь. Ну все, он по идее не должен был выжить, несмотря на то, сколько раз его покусали. Вторая часть должна быть за нее уже. Не проникся его поступком, да как-то... Вроде клёвый чел, но... Жаль его, но типа... Не, чел, ты не должен выжить. Какая звали, я уже забыл. Я запомнил фамилию Ли. Очень странный финал, боже мой. Все. Мне показалось, или это была сцена после титров? Не, вряд ли. Давай оценку из 10 баллов. Блин, ну я думаю, больше 5, наверное, не поставлю. Я редко даю маленькие оценки, обычно даю играм там семерочки, да, но больше 5 точно нет. Надо подумать, за что вообще дать плюс баллы. Визуал неплох, да. Озвучка, да, в целом нормально. Ставлю 10 за то, что сэкономил 3600, посмотрев стрим. Да, хорошо вам, зрителям. А я вот потратил, ну не 3600, но... 2000 точно. Ну, нет. Наверное, в чем-то плюс, что они не пытались сделать систему, я не знаю, на уклонах, как в обычных играх. И попробовали придумать что-то свое. Получилось, конечно, полный отстой из-за того, что не можешь из битвы сбежать нормально. Тебе приходится драться с монстром, а потом тебе в спину напихивают, потому что, ну, у тебя камера всегда на монстре, чтобы уклониться от его атаки. Ну и, типа, ты не можешь прокачать все пушки никак, абсолютно никак. То есть за всю игру тебе не дают столько ресов, даже если ходить во все сайдлоки, даже если продавать патроны, как мы это делали. Ты не можешь все вкачать. Но при этом, чтобы прокачаться, ты хочешь продавать патроны, а потом в какой-то момент у тебя патроны начинают впитываться этими боссами двухголовыми. Вот. Ну и прокачка сама по себе реально. Можно вкачать один какой-нибудь пистолет и только с ним ходить. Можно другие вообще не покупать, и тогда тебе будут давать патроны только на твою одну пушку. То есть если ты не будешь находить другие пушки, они тебе и мешать не будут. Лучше ходить с одной пушкой. Например, вот с базовым пистолетом однозарядным или с дробовиком. И это будет лучше. Хотя автомат вроде ничего такой под конец. Вроде сильно дамажил, но... Да... Короче, да. Да не 5, 4. Явно 4. Такое себе. Такое себе. Совсем не понравилось. Пойдем отдыхать. Я хочу пойти взять чипсики и посмотреть какой-нибудь сериальчик после этого.